Ну, уже там, видимо, это написано тут. Так, короче, кидаться 5 ходит, тут мучит. Ой, что такое? Йиху! Всем привет! Меня зовут Артём. Зовите канал Забери Решечением. И сейчас снова будем играть в спуки, снова будем покасты, снова будем играть от мозгов и так далее. Как видите, я сделал новую рамку для вебки. Такой бой изящный, бой разноцветный, бой шикарный. Что еще можно сказать? Короче, тут уже сутая комната у нас. Продолжаем ходить дальше эту игрушку. Вторая вроде неплохая. Сначала, конечно, было не очень так страшно, там, потом появились скримеры и становились все больше, чем... И... Что, не понял? Как так? Стоп. А почему я умер? Это эпичное человек видео будет по-моему. Хорошо. Так я не понял, почему я не помню? Даже... И в тебе же безопасно быть. Как я могу поменять, не понял. Уже я чудище нету, почему я помню? На какой-то секрет, какая-то пасхалка, наверное, что это. Уже не было стоять долго, поэтому убью. Не понимаю, короче. Короче, очень странно. Все понять не могу, что я тут помер, кто меня убил вообще? Это же безопасная комната, Ифт. Как так? Ладно, что ж, пошли тогда дальше. Так, опять-то шахты получались тогда. Ну и пошли тогда дальше. Так, идем-то спокойно, точнее, бежим спокойно так. Смотри, какие у нас тут картины, ну такой неплохой дизайн, скажу вам. Очень неплохой еще. Тут еще лучше. Так, пошли направо, давайте направо, на какой-то разнообразие сходим. Нет, давайте налево сходим. Там стул все равно тупик там. Так, хорошо, вебка там слишком большая, может поменьше ее сделать. Хотя вроде нормально так, да, вебка. Вроде бы неплохо сделано, да? Так, тут тупик. У меня как выносливости мало, сильно задыхаюсь. За несколько секунд. Хотя понимаю, это должно так быть. Это все-таки ужастик, ох. Нельзя долго убегать. Все-таки как-то слишком быстро она уменьшается. Ну ладно. Так, что у нас тут? Так, а можно как-нибудь наверх попасть? Вот интересно мне. То я на какой-то лабиринт получается, если так. Так, это слишком спокойно, что-то стало тут. Ни скримеров, ни монстров, ничего пока что. Одни такие лабиринты здесь. Интересно, наверное, что-то будет ужасающее дальше. Я намекаю меня готовить к чему-то очень страшному. Таким говорю, успокаивает меня. Потом раз, и что-то страшное появится. В них так хоррор делают. Так, не знаю, что-то выскочит. Так, пока же ничего не выскакивает. Так, ладно. Пустая комната, которой ничего нету. Так, о, что новенькое. Какая-то лаборатория начинается, что и что. Так, привет. Что у вас тут написано? Короче, какой-то эффект. Чей-то эффект начинается. Какие-то крюки тут видит. Какой-то человек мозга всяких говорит, да? Пытается выжить и бежать от них. Хочется написать, когда ерунда происходит в этом доме. Ну, вроде бы. Я так не очень хорошо английский знаю, к сожалению. Потом, вроде бы не точно посчитал, там. Не совсем точно. Кто? Тихо. Первый скример. Но я был готов к этому. Я так не очень сильно испугался. Давайте пострашнее что-нибудь придумайте, давайте. Уж будет более страшно, давайте живо. Давайте какой-нибудь монстр еще что-то наподобие. Ох, что такое. Это лаборатория начинается там. Вот это уже классно. Пошли-ка направо давайте. Так, я правильно пошу. Так, эти тут капсулы с монстрами. Здравствуйте. Так, а тут кто сбежал уже. И кровь оставил. Это уже здравствуйте, господа, здравствуйте, все, здравствуйте. Как вам? У вас тут живёт. Так. Ключ-карту пока брать не буду ее.
Чую, сейчас кто-то звонок нас начнет, как только это сделаю. Дальше сначала почитаем записку. Куча написано субъект 5, как сбежал отсюда, да? Спук. И он всех пугает. И еще что написано, что дальше не очень так понятно. Могу только отрывками почитать тут, к сожалению. Короче, какой-то субъект сбежал всех убивает, и все. И так далее. Там возьми карту, записка. Так, хорошо. Выскакивать будем? Нет. Ну, это к лучшему. Ладно, буду даже спокойно так. Никого не пугаюсь. Машина, я вам. А, запах там. Ну, ладно, да, придется пришли. Пушенька, некуда идти. Так, что-то сверху вот такая на потолке у нас твориста, а? И видим, что тут происходит. Субъект 5, короче, тут. Вообще обходуек ходит там написано и так далее. Пытается осознавить его там и его чай совершенно убивает всех. Ну, уже так вот там написано тут. Так, короче, где-то 5 ходит тут, мучает. Ой, мой же, шо такое? А шо такое за чудовище? Когда сказала пенка. А как она там без как перемещается, так ладно? Можно пенным дыром вылезает, ладно. И чем где дыхать? Так, сейчас отсюда выйдет по-любому. Давайте быстрее. Блин, это было очень ужасающе. Я какой-то очень ожидал. Блин, как это пускай ниже стоять, меня убьют. Быстрее беги, сказал, быстрее беги, давай. Беги. Давай, 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 давай. Там тупик. Ой, ё-моё. Сейчас меня убьют, наверное, по-любому, да? Ты быстрее беги, давай, просто так вздыхай сейчас. Ой, блин, сейчас. А не тупик, я убежал. Опять я такому за сколько ещё можно? Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, у меня хп, то есть выносливости не хватает. Так, Эва права, давайте на Эва опять, видимо. Да ё-моё, опять тупик. Чуть не пустила скалопедры, это ей что такое, паук какой-то гигантский. Ладно. Ладно, я все равно без шпистей убегаю, я прибыл. Кто меня достать не может. Ой, блин, пусть как-то гоняет, ладно. Вот это уже ужасик начинается настоящий еще. Это ужас. Так, ладно, давай, давай, бежим, бежим, бежим. Быстрее моем отсюда. Еще что-то гоняет. Фух. Вот это было реально страшно. Фух, я такого реально не ожидал увидеть. Что ж, классный, очень классный. Ну, если бы выски было, ну, так себе не очень страшно. Вот сейчас по-настоящему. Фух. Ладно. Раненько передохнуть. Ой, блин, да что такое? Я хочу пугать меня уже. Я не могу больше это выдержать. Фух. Ладно, все, Ира, хватит, хватит, все, пора остановиться. Ира, больше не напугайте, только, пожалуйста. Этого хватило уже. Спасибо, Ира. Нормально такой хлоух получается. Фух. Да не опять это, что происходит? Как можно уже монстров не покидывать? Опять этот понятный чудо. Ладно, тихо, тут на меня есть. Так, он тут сейчас все сквозь щупкает, так подождем. Бежим. Сразу бежим. Ладно, 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 это не такой страшный монстр. Они довольно просто. Так, что такое? Половину хп сносит он сразу. Блин, это очень опасно. Сразу половину хп. Ладно, 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 я буду наготове ко всему. Так, сюда, кстати, сюда заходим. Капец, половину хп. Ладно, сейчас буду направо идти, короче. Вижу, что мы-то одинаковые все, убейнты эти. Постоянно сейва тупик находится. Если тут хоть не будет тупика никакого, нет? О, хорошо, хорошо. Ну как черепахами тут нанесли. Довольно просто тут. Да, только это сыси очень мешает. Ладно. Ну там изи проходится, очень изи. Так, я уже внизу нахожусь. Хорошо, но я все еще догоняется. Ну, убежал, все. Нормально, нормально, так. Так. Какая-то такая комната, которая в предыдущем выске была.
Правом. Правом. Опять правом, может. Ладно, право идем. Потом правом. По звуку ориентируемся. Влево идем. Право, короче, понятно, право, и еще вперед. Еще вперед. Нормально. Ну да просто было. Понятно все. Логично. Да, давайте еще что-нибудь новое тут. Так, лифт. Сохраняемся, короче. Идем сразу дальше. Чего ждать? Пошли дальше сразу. Так, ну что ж, готовимся к следующим ужасам. Это же будет вообще настоящая жесть. Я готов к этому. Возможно. Отправляемся. Прямиком в ад. С чудовищами, с этими. Так что нам это соседи тут. Где-то плохой знак. Паутины везде одни тут. Так. Мне кажется, дизайн такой будет поменялся немного. Что такое, как бы, деревянное немного. Стены все поменялись тут. Так, вот слева тупик будет там. А, нет, в этот раз не тупик. Хорошо, будем знать. Все-таки это как будто немного меняется, так же раз. Рандомно. Так что понятно. Так, хорошо. Эту комнату я как раз помню. Так, надо уходить просто и все. Ничего сложного такого нету. Ну, если только тут привидение не будет рядом. Так, хорошо. Очень быстро эта выносливость скончается там. Ну, понятно, с такой же скоростью, даже чуть больше. Так, давайте спокойно готовимся к следующим ужасам. Так, кто-то дышит, что ли? Чё-то дыхание слышу. Ладно. Пока всё спокойно. Пока тихо продвигаемся. Здесь куда шорох с храни был. Мне не послышалось, наверное, скорее всего. Так, это тот самый особняк, в котором сейчас нахожусь, получается, да? Передняя часть особняка, это возможно. Что-то еще красное, или там в огне горит, что ли. Ну, очень на огонь похоже, ну ладно. Может, в этом особняке раньше что-то страшное случилось. Пожар был, еще что-то вроде. Опа. Походу, начинается какой-то Silent Hill уже. Вроде бы. Ну, нормально, давай, пошли. Опять это заброшенная школа получается. Давайте спустимся вниз, можем вот пойти, но я хочу вниз. Что за звуки? Кто там? Кто там? Странно, странно, очень странно. Пошли сюда, запертом и запертом, хорошо. Пошли сюда. А могу обратно пойти? Обратно не могу. Понятно. Пошли, не могу. Так, какие-то тут символы непонятные, к сожалению, их перевести я не могу. Точнее, иероглифы китайские. И японские, скорее всего, китайские какие-то. Ладно, а тут что? А ну, конечно, заперто. Прямо как Silent Hill. Какие-то привидения тут находятся, но я к ним ходить пока не буду. Так. Так, это я рядом что-то. Что-то непонятно. Даже запакать такую вещь. Ой, блин, еще атаковать меня могут, сквозь. Хорошо буду, короче, знать это. Так, привидения враждебные, ну, осторожнее с ними. Придут они. Если они не будут ко мне идти, нет. Мне вроде на них месяц стоит, они двигаются. Так, хорошо. Мне нужно быть позже, быть осторожнее. Кто там дышит? Опять же, что-то дыхание. Так, тихо. Так, тут никого нет. Хорошо. Странно, пустой класс, но поведения нет. Так, что написано? Короче, что реально случилось тут. Какое-то поведение тут. Тут написано, что после ясновения какого-то ученика появились... Через какие-то привидения написано, кажется, да?
если ничего не путаю. И кто там разыскивает какого-то еще Нику, походу. Короче, что-то творится, что-то паранормальное тут. Что-то мистическое. Если судить по этой записке. Хотя вроде тут и совсем неверно прочитал все. Ну, ладно, допустим, что так все. Так, ладно. Тут заперто, хорошо. Проходим дальше. Так, хорошо. Ничего дальше. Надо пойти вперед, вниз. Давайте снова вниз. Заперто. Заперто, хорошо. А если вперед, пойдем. Опять тоже сам коридор, да? Мне кажется, я по кругу хожу просто тупо. Ну, видите, что-то повторяется одно и то же. И такому-то меня и стоите. Все больше и больше входим. Ну, может, так и не повторяется. Так, опять я его вижу какие-то. Что за звуки? Кто у вас так? Хорошо, я не боюсь. Ну, мне не страшно будет не убегать. Такое обычное поведение. А вот тут может быть сложновато, если туда завернуть. Потому что оно с первого раза убивает меня. А счет того, что он меня наедает. Жена Ева их с ним разок. Хорошо, я угадал. Ева дорога верная. Проходим дальше. Так, бежим дальше, короче. Идем за мной еще. Он здесь еще едет. Потому что так музыка громко, может быть, тише сделать ее. Так, все время догоняется, да? Да боже мой, что такое было? Тихо, тихо. Вот это схема очень неожиданно. Так, ладно. Ну что, это не так страшно, как паук тут. И скалопендрон был, и пауки, понятно. Все еще это улетает, все еще хорошо. Че хорошо, как возьмем тут. Так, ладно, убегаем, короче. Фух, убежал все-таки. Ну что, нормально такой хорох. Очень эпично так. Загнался, пошли направо. И еще раз направо. Находим дальше. Так, снова эти шахты начинаются там. Проходим по-быстрому. Так, пока что все спокойно тут. Ну, скорее всего, это ненадолго. Так, и там, по-моему, я уже был. Да. Какой-то странный узкий коридор. Который, походу... А, походу, который очень короткий еще. Так, хорошо, давайте чуть поменяем, сбавим темп. Прислушаемся к этим звукам, может, за страшным услышим. И пока ничего не слышно. Пока тихо все тут. Опять о таком этом. Ладно, короче, я думаю, будет слева правильная дорога. Попробуем, короче, проверим это. Так, и... А, в этот раз я не угадал, хорошо. По-моему, это через раз меняется эта дорога. То есть даже может через два раза. С одной стороны, с другой стороны, верно. Но вы это проверите как-нибудь попозже. Может, я и прав. Был мозг какой-то, поверьте. Когда я видел, потом чем выскрыть мозг, кажется, был, да? Непонятно еще. Ну ладно, допустим. Пока с ним ничего сделать нельзя, уже. Ну, пока что нельзя. Да, за раз черепок, когда живёшь тут нормально. Ладно, пойду туда, дальше тут пока посидим. Так. Ну, тут тупик. Уже сюда пойдем. Так. Сейчас будет опять у нас справа дорога правильная. Проверяем, короче. Сразу идем направо. И. Так, и. Ну да, я угадал. Два раза подряд тут выбирается. С одной стороны, два раза подряд с другой стороны. Ну, возможно. Может, в следующий раз опять будет справа. Тогда бы реально какой-то рандом тут, а вот снова комната это. Так, я, скорее всего, будет слева. Проверяем, короче, давайте. Так, хорош. Нет, тут реально рандом какой-то получается. Все полностью рандомно выбирается тут.
Уже трижды исправлен. Ну, правильно сделать разработчики Шохан думал. Очень правильно. Там будет гораздо сложнее бегать. Так. Какой-то снег тут, не знаю, уже. Куда я вообще попал? Ладно. Так, этих что за люди? Эсбэчики, что ли? И может, разработчики, хотя нет. Да и эсбэчики, по-моему, я знаю их. Это видел. Так, окей, ладно. Пока проходим тихо дальше, пока я никаких скримеров не вижу. Вот мы дошли до лифта. Ну что ж, сегодня был такой очень интересный выпуск, очень такой эпичный. Ну, этот скорпионок это вообще жизнь была. Впервые так сильно испугался. Но в этой игрушке имею в виду. Ладно, короче, думаю, наверное, сценаристом. Зачем выпуск, наверное, будет вообще, за еще и дурдом начнется, скорее всего. Ну ладно, спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, вам подписывайтесь. Даже не будет следующие выпуски. Всем новых встреч, удачи!